В день пожилого человека в честь 95-летия района и за вклад в развитие Солигорщины награду от Солигорского райисполкома вручили почетному гражданину Геннадию Ванькевичу. В гости к пенсионеру для вручения грамоты пришли заместитель председателя Солигорского районного исполнительного комитета Игорь Карака и председатель Совета Солигорской районной организации ветеранов Галина Петрашко. У нас юбилей района мы совместили с дожинками. Очень рады, так скажем, видеть вас в здравии. Геннадий Ванькевич не только почетный гражданин города и ветеран. Своим многолетним трудом и усердием мужчина внес значительный вклад в развитие Солигорского района. 95-летие района для него дата значимая. Сегодня нашему герою 92 года, а значит, история района – это и история его жизни. Геннадий Александрович поблагодарил власть за оказанное внимание и пожелал молодому поколению учиться ответственности и любить свою малую родину. Молодой человек должен во-первых, любить свою родину, малую родину, большую родину, любить семью, заниматься спортом, не увлекаться вредными привычками, хорошо учиться, быть патриотом своей родины, нашей любимой Белоруссии.